Меня зовут Владимир Бабчук. Меня зовут Анатолий Пусков, и я один из организаторов фестиваля татуировки в Новосибирске. Меня зовут Дмитрий Чекаев. В мире татуировки просто Чекай. Занимаюсь я художественной татуировкой. Бывает, еще организовываю тату-фестивали. В студии Чекай в последнее время работаю. Ну, очень много путешествую и работаю в разных студиях. Вообще, татуировщики мобильные люди, очень много ездят. В 14 лет все у меня началось как-то с самого себя. Сначала себе тут накалякал. В общем, пришел в школу. Ну и уже вечером одноклассница делала татуировку. Ну, по итогу вся школа попала под иглу, под угрозу, даже физрук. Ну, позже я переехал в город, потому что в школе я учился в маленьком поселке. Начал в тату-салон, там устраиваться, параллельно учился в институте. Ну, машинка в руке у меня 3 года. Ну, до этого был еще такой опыт подсматривания. Я несколько лет пирсинг делал в тату-студии, вот поэтому 6-й год уже в теме. Я, когда еще учился в университете, уже занимался и пирсингом, и татуировкой. Пирсингом начал резко заниматься, заинтересовался. Себе сначала наделал всякого разного. Я как только попал в студию, и это захватило сразу не то, что все свободное время, а вообще всю мою жизнь. Это все друзья, коллеги и время свободное. Здесь это все проходит. Это образ жизни. Все хотят добиваться многого, делать хорошие татуировки, хорошо рисовать. А на это нужно посвящать все свое время. 10 тысяч часов, и ты специалист в любой области. Научить, мне кажется, этому невозможно. Можно только научиться самому. Задавать правильные вопросы. Я занимаюсь с 91 года. Да с детства сравниваю. У меня была такая тяга к татуировке. Предлагали мне друзья, ну, по юности, накалывать там иголками всякими. Ну, как-то я к этому относился брезгливо. Я говорил, пока машинки не будет, ничего делать не буду. И у меня оказалось оборудование в руках. Сперва делали тушью, потом съездил в Москву, купил краски, уволился с работы и занялся татуировкой полностью. Снял кабинетик в салоне красоты. И все, оттуда началось. Бизнесом назвать, наверное, сложно это. А это больше ремесло, ну, как бы увлечение, жизнь. Я занимаюсь этим постоянно вообще. Ну, нам хотелось еще встреч, опыта и так далее. И мы с Костей Грязновым придумали все. Мы сделали вот первый тогда фестиваль небольшой. И после меня уже позвали сюда делать фестиваль совместно, вот тоже уже с друзьями из Новосибирска. Первый фестиваль делали вот в Сокер-арене. Потом в ярмарке делали, и вот как-то приснилась нам Сосновка. Это изменило, конечно, немного формат, потому что это в такой в разряд немножко опен-эйра перешло. Ну, мастерам очень всем понравилось, они заценили этот комфорт. Ну, живешь, работаешь, все в одном месте. В этом году около 100 татуировщиков трудились на нашем татуфестивале. Монголия, Казахстан, Швейцария, Дания, Германия. Англия, Аргентина. Из российских все были там, от Южно-Сахалинска до Петербурга. Сейчас даже в Европе не такой уровень. Талантов хватает. В Новосибирске здесь очень много. Информации много стало. И легко учиться стало. Какая мечта. Если бы мне государство платило какую-то среднестатистическую зарплату, я бы делал татуировки бесплатно всем людям. Хотелось бы, наверное, остаться на этой площадке, уже зная как бы все минусы и плюсы. Делаем это для себя, для коллег, для татуировщиков, для общения, для знакомств новых. Мало того, что мы там собираемся и общаемся, и посредством общения мы в чем-то растем, мы создаем условия для нашего контингента, ну вот Новосибирска, Сибири в целом, приехать и здесь сделать. Прямо на фестивале популяризируют качественную татуировку. После этого фестиваля очень многим понравилось, очень здорово. И еще не уехав, они сказали, обязательно мы вернемся. Было очень удобно, когда экспоцентр внизу, а выше этажом ресторан и гостиница. Очень душевно, все рядом, все в одном месте. Было очень круто. Татуировка, она многогранна, и в то же время она объединяет большое число людей, разных очень людей.
это дизайн, это оформление тела своего. Люди приходят за украшением, за какими-то новыми ощущениями, которые связаны с творчеством. Нужно найти что-то внутри себя такое, что ты готов носить снаружи.